Здравствуйте, уважаемые друзья! В нашем сегодняшнем коротком обзоре Team Salma Poly, семерка, самая востребованная и популярная длина среди большинства рыболовов. Много по ней вопросов, чем отличается предыдущие серии, что это такое. Турнамент раньше рыжая, точнее не рыжая, желтая была, теперь вот такая появилась с более маленькой транспортной длиной. Просьба сравнить и тому подобное. Но если на желтую, в общем-то, на известный обзор есть, то вот, пожалуйста, представляю оранжевый вариант. Называется она, как я сказал, Team Salma Poly. Семерочка в наших руках сейчас. Материал изготовления, указанный производителем, карбон Т40. Если у желтой был турнамента был 40-46, они писали здесь 40. В общем-то, это правда. Потому что действительно она по ощущениям все-таки, ну об этом увидите чуть позже, она по ощущениям лежит чуть похуже в руках, но зато и стоит серьезно подешевле. Значит, комплектуется удилище, оснащается, точнее, сначала вам скажу, вот такой вот пробочкой пластиковой. Мне лично нравится, как, наверное, вы знаете, из Эва пробочки. Здесь она такая достаточно жесткая, но тем не менее она так плотно очень заходит, то есть потеряться она не может, и видно, что производитель вложил в нее какой-то идею элемента декора. В общем-то, она сочетается, скажем так, со всем удилищем, с покраской и с лаком на самом бланке. Значит, клыст под коннектор 1 мм, он полый, не привитой. Усилений каких-то вот на коленах здесь сейчас, когда я вытаскиваю, серьезных я не вижу. Есть обмотки, пара обмоточек добавлено вместе стыков. Колен для того, чтобы она просто не так истирались, они не так истирались. Значит, дальше по торцевой пробке откручиваем, смотрим. Здесь у нас также резиновая проставочка такая с дыркой для вентиляции. Соответственно, хлыст, второе колено. Ну, здесь, ну, штыки я не могу сказать, что прям идеальнейшие обработаны, но неплохо абсолютно обработаны. Стыки колен отрезаны тоже неплохо. И, в общем-то, хоть удилище позиционируется в похожем стиле, да, как предыдущее, но по ощущениям, что все-таки мощности здесь в ней гораздо больше, чем в желтом варианте. Турнамент, как называемый, да? Значит, транспортная длина совершенно иная. Это 132 сантиметра. И пока весы включаются, измеряем диаметр комля вместе хвата 24 миллиметра. И вес 258 граммов. Надежная палочка, но у всех случаются зацепы, обрывы какие-то случайные, да, там наступили на удочку, форс-мажоры на рыбалке. Имейте в виду, что все люди, все покупатели, которые купили удилище в магазине Multifish у нас, имеют возможность получить две запчасти в год совершенно бесплатно. Условия два, как я сказал, покупка только у нас удилище. И второе, это подписка на три социальные сети. Это ВКонтакте, Телеграм и Ютьюб. При этом в период действия акции вы можете совершенно спокойно воспользоваться вот такой услугой и получить бесплатно две запчасти в год. И второе, мы даем от магазина бессрочную гарантию на весь срок службы удилища. Это тоже крайне приятное такое вот дополнение к покупке. Значит, вроде бы я все измерил. Давайте раскладываем и посмотрим строй. Итак, друзья, разложили. Значит, семерочка Team Salma Poly. Фактическая длина 681. Как известно, всегда длина реальная, фактическая, меньше, чем заявлено производителем. Смотрим вот на что-то белое, но действительно не заваливает ничего. В руках лежит, не могу сказать, что прям очень хорошо и комфортно. По балансу, честно говоря, лучше было бы что-то сделать иное, да, чем, то есть, если сравнивать даже с
желтенький Team Salma турнамент, который был раньше, то есть та в руках лежала легче. Но, естественно, ну, как бы, вот извините уж, что сюда приплетаю, да, все-таки семерки, конкуренты, да, это Сабанеев лидер мой, который я делаю, да, лидер про, вес у них 196 грамм, естественно, в руках он лежит гораздо легче, чем вот эта палочка, намного. То есть это вот все-таки его, наверное, переплюнет, хотел сказать, да, в принципе, наверное, не переплюнет по мощности. Да, она мощнее, здесь толщина стенок больше, вот, но как бы что на лидер, в общем-то, выводит карпа, что на эту палочку выводит карпа, никаких вопросов, по-моему, не вызывает. Ну, давайте нагрузим. Вот смотрите, строй. И я не скажу, что он быстрый, он не быстрый. Это средняя, палочка среднего строя. Это не быстрая палка, смотрите. В общем, вот так. Итак, уважаемые друзья, посмотрели. Мощи прибавилось. Да, плюсы это цена, то есть она приемлема стала. Ну, в общем-то, по балансу она стала похуже, эта серия, чем желтая, да. Но тем не менее, кому нужна мощь, это большой плюс. Ну и тест. Тест 2.15. Выдержит она и больше, в общем-то. Я с ней ловил поплавками почти 20 грамм. Ну, просто для эксперимента ставил. Тоже никаких проблем не вызывало. Палочка и бросает, и держит так жестенько, хорошо, уверенно. Значит, по чехлу синтетический чехол с завязками сверху. Аккуратно прострочен, прошит с такого флисового материала. На этом все. Всего вам доброго. Подписывайтесь, обязательно нажимайте большой палец вверх. Всего вам доброго и до новых встреч.